Всем привет, ребят! Мы на аккаунте Нурсултана, моего подписчика с ником Благородный. Как обычно, у нас роллинг 37 тысяч самоцветов под коллекционера. Надо выбить суру, который ни хрена не падает. Аккаунт бездонатный, 217 тысяч силы, неплохо. Давайте посмотрим, что пройдено. Так. А Джей дошел, не зафармил. По кошмаркам. Пятый я только фармит. Странно, на такой силе должен уже нормально фармить. Так, что у него здесь есть? Тековка отличная. Варлок, череп. Неплохо, неплохо. Прокачка очень неплохая у героев. Странно, очень странно, что он еще до седьмых не дошел с такими героями. Отличные вообще герои. Тут, конечно, талантиков не хватает. Так, отлично. Сейчас только фига с пятой, да? Это было бы очень печально все. Так, ну каменку не знаю, зачем он сюда поставил. В общем, вот такой вот у него алтарь. Сейчас гляну, что надо нам выбить. Анубис, Повелитель Були, Фрея, Ронин, Заклинательный, Соседный, Рибет. В общем, есть что выбивать. Надеюсь, мы сегодня что-то вытащим. Так, находится он в гильдии Флейм. Знакомая гильдия. Босс 21.00. 20.00, прием от 200 тысяч 75-75. По силе, да, в топе сидят 29-е. Телега Анна Флейм, кидайте заявочки, вступайте, участники. Сейчас пробежимся, да, неплохая, неплохая гильдия по силе, неплохо. Так, что у него тут есть? Ресурсов не особо много. Так, ну что, поехали. Поехали разбивать этот рандомчик. Сразу же сердцеедка падает нам с первой тычки. Не люблю долго ролить, но чувствую, скоро придется вот так вот по 150 одержимый. Так, рандом. Вообще печаль. Укротитель какой-то упал. Что за неподобство? Так. Ну, смотрите, как его герои тащат. Так, ну давай. Так, коробочку мы уже получили. Фея есть. Триант, малышник. Опять одержимый, Гаргул, рыцарь. Бигфут. К сожалению, он уже здесь есть. Так, ну неплохо, неплохо так все было. Как-то нашли эту плацалку и все. И просто похерилось все. Ну. Жесть. Череп. Смерть. Такое себе. Я бы не сказал, что-то интересное было. 13-15. Видите, да, где-то в районе 50 тысяч надо на это все. Так. Что тут у нас такого интересного нету? Та-та-та-та-та-та. Надо это теряющий девственности аккаунтов себе ник создать. Шутка, конечно. Так, окей, забрали коробочку. Трах тебе дох. Видите, как все. Вот это называется админ панелька. Делаешь просто трах тебе дох, и тебе сразу самые приходят.
Вот это я у себя на аккаунте так делаю целыми днями. Так, отлично, поехали. Поехали сразу же дальше, не хочу пока туда заходить. Надо еще два слизня. Один. 8000. Есть, блядь. Сука. Есть. Есть, есть, ребята. Первый Асура, бля, поздравляю. Наконец-то мы выбили этого пиздюка. Не зря мы. За 150 причем. Это просто, ребята, огонь. Рад за чувака. Благородный. Извини, ну. Такая твоя судьба. Видите, не хочет он уходить. Ну, поздравляю. У тебя есть пятый сад психосчета, у тебя есть топовый талантик. Фея еще одна. Рыцарь. Еще одна фея, да ладно. Череп, прям разошлись. Еще и паладина нам тыкнули. Огонь. Просто собрали, ребят, все. Собрали полностью все. Да, вот так вот, видите, бывает. Отличненько. Просто отличненько. Идем сначала в акции за... забежим. Чтоб мне так на основе моей упало. Хотя я знаю, там 1200-300 уйдет, а то и больше. Так. Пятьдесят самов. Да, просто огонь. Так, ну у нас есть 1900 самов еще. Ну давайте еще рольнем. Гулять так гулять до последнего. Раз. Гаргул. Ну, еще плюс гаргул. Так, забираем это все. Кайф, просто кайф. Так, разброс. Разброс, разброс, разброс. Душика у него что-то не вижу нигде. Душик уже вкачанный. Так, кому еще такой разброс можно? Череп. Череп с пятеркой уже. Качает. Блин, с одной стороны неохота просрать эту пятерку, с другой стороны я понимаю, что если он налево уже ставит, то ему оно нафиг никому не надо. Ставим сюда, не буду заморачиваться. Так, это все круто. Ну, идем открывать. Так, давайте так, сначала порочный пакт оставим. У него там, по-моему, даже героев под него нету.
Я не знаю, надеюсь, он его не потратит, и гнев. Основное вот это вот, психощит пятый. Поздравляю. Блин, очень круто. Открываем Асурика. Так. Сейчас я посмотрю. Он уже на видео посмотрит. Надеюсь, он не использует раньше, чем надо. На его героев. В принципе, тут вариант ждать Фрею. Огнекрыла я не знаю, куда он соберет. Я бы этот талант никому сейчас не ставил. Просто его не тратил зря. На Афину нету смысла. Просто дождаться либо Огнекрыла когда-то. Он все равно не на смене стоит. Либо Фрея выпадет, и тогда им уже тыкнуть однозначно, потому что это реально вот самый топовый талант для них. В принципе, вот так вот, ребят, сделали по максимуму на этом аккаунте. Один из везучих аккаунтов этот, и первый, на котором был роллинг. Поехали трешивать дальше, всем такой же удачи. Подписка, коммент, лайк обязательно. Всем пока.